Пятый, по факту первый. В преддверии Дня полиции сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками СМИ провели товарищеский турнир по мини-футболу. Бутсы надели и наши корреспонденты. Накануне Дня полиции, Дня СМИ, команды холдинга СРРК, телеканала СРРК, а также команды департамента полиции 5-го канала приняли участие в турнире по мини-футболу. Мы рады вас приветствовать на территории нашего департамента. Очень отрадно, что в преддверии наших предстоящих профессиональных праздников происходит наше совместное соревнование. И в турнире пускай победит сильнейший. Команда департамента полиции, которая первой вышла на поле, обыграла команду холдинга СРРК. Сборная телеканала СРРК, которая уже выступала во многих соревнованиях, не смогла устоять перед молодой командой 5-го канала. Каждая команда сыграла по 3 матча и по количеству побед определила победителя. Ими стали корреспонденты 5-го канала, которым и достался главный приз – кубок от департамента полиции Карагандинской области. Игра проходит очень напряженная, все команды молодцы. Вот, главное, конечно, это участие, а не победа. Улучшается моральный дух. Вот. Поэтому всем, кто сегодня участвует, всем им большое спасибо за то, что они пришли и показали, на что они способны. Максим Трезуб, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-й канал.